Так высоко, что аж уши закладывает. Ехали, ну, минут, наверное, 5. 5-7, недолго вообще. Водитель периодически сдавал назад, и было такое чувство, как будто скатываешься с горы. Сразу душа в пятки уходит, знаешь, что он не отпустит тормоза, и что мы не покатимся вниз, но все равно вот эти инстинкты самосохранения берут свое, и как-то шоколада. Много магнитов, брелков, всяких аксессуаров. Но нам это сейчас не интересно. Хочу уже увидеть потрясающий вид на город. Мы зашли в местное кафе, прямо наверху. Вид мы еще пока не видели, хотим сначала перекусить. Посмотрим, какие здесь цены. Что-то мне подсказывает, они просто бешеные. Просто бешеные. Рис с котлетой и каким-то соусом, видимо, сырным, $76. Свинина 75, вот такая запеченная. Лазанья 66. Нет, ну в принципе... Ну, нормально вроде. Нормально, да. И выбор прикольный. Не китайская еда. Нам, если честно, что-то уже не хочется есть китайскую еду. Смотрите, башни из макаронов за 76 с грибами. Жульенчики какие-то, курочка. Ну вот, смотрите, есть вот такой французский тост 38. И напитки. Вот такие молочные чаи, $28. Вот такой напиток, спрайт с лимоном, 30. Ну и чай. Вика поспала, спокойно проснулась, не кричала, не капризничала. Теперь играется. Как маме нос. Вот именно вот так. Ты маму красишь? Смотрите, какие здесь большие порции. У меня вот такая тарелка с рисом, и здесь очень много. Это рис с курицей и яйцом. У Вики рис с курицей и брокколи, и подливкой, и еще у Вики яйцо. Ну все, я сыва. Все то же самое, что у тебя. Вот, и сейчас Саша еще заказал что-то интересненькое. По-моему, спагетти болоньез. Давайте попробуем. Ну блин, скукота. Вот такой пресный рис, такое пресное яйцо. Такое все скучное, но не могу. Порция большая, но скукотища. Хоть бы кетчуп дали. Просто забыли глютамат положить. Может быть, а такой нельзя. Так. Это кому? Тоже Вики? Это так. Да, ну. Скажем так, это все в нашу семью. Принесли мои спагетти болоньез. Так, Света, руки. Аналог. Нереально, нереально. Соус обалденный. Да, Саше больше повезло. С продукцией что-то он немножко подгорел, что ли? Черненько. Незначительный пустячок. Мы поужинали и теперь продвигаемся на самую вершину. А вот дорогу до верха можно найти только если пройдете по магазинам. Кстати, ребят, смотрите, здесь кафе есть с более привлекательным видом, поэтому не обязательно останавливаться там, где мы сидели. Мне кажется, лучше здесь. Здесь вид, конечно, потрясающий. Смотрите, друзья, система здесь простая. Просто поднимайтесь по экскаваторам на самый верх. Я думал, на этом экскаватор закончится, но не тут-то было. Смотрите, сколько их здесь. Практически на каждом этаже есть классные кафе, в которых можно посидеть с панорамными окнами и полюбоваться видом. Так, и здесь у нас очередь на последний подъемник, который идет прямо на крышу. Там, видимо, какой-то лимит на посещение. Всем приходится ждать, пока спустятся другие. Наверное. Смотрите, здесь есть магазин Baba Шримп Корпорейшн. Кто смотрел фильм «Форрест Гамп», тот поймет, что это значит. На самую вершину проверяют и пускают только по билетам. Поэтому их не выбрасывайте. И 3, 2, 1, и мы на вершине. Молодец, ты это сделал. Ура. Поздравляю. Первое впечатление. А как много народу, куда мне встать? О, местечко, местечко, ура, ура, ура. Ура. Светик. Так. Ну, вообще, конечно, круто. Обалдеть. Шикарно. Смотрите, какие два вот этих центральных небоскреба, высоких по сравнению со своими собратьями. Такое ощущение, что небоскребы это как обычные 10-этажки. Здесь они вообще вполне само собой разумеющиеся. Ничего такого в них нет. И по сравнению с ними вот те реально кажутся крутыми громадинами. Очень классно. Такой пролив, все так красиво. Но туман, не удается все вблизи разглядеть. Мне нужен бинокль, окуляр. Очень красиво сочетаются вот эти небоскребы с зеленью. Потрясающе. Когда мы поднимались, мы видели ретро-фотографии, как это все строилось, как первые люди сюда поднимались. И как будто между нами и ими целая пропасть. Они по-другому выглядят совершенно, у них другие технологии. И когда мы поднимались, я думала о том, как быстро развивается человечество. И то, что нам кажется сейчас нормальным, привычным, через 20-30 лет может измениться до неузнаваемости, поэтому важно наслаждаться каждым моментом, ловить момент, не упускать, конечно, веяний трендов, современности, участвовать в научном прогрессе. Ну и наши видео помогут запечатлеть эти моменты. Люди из 3000-х. Если вы смотрите это видео, да, мы поднимались сюда на эскалаторе. А перед этим в вагончиках. Такие мы были. В 3000-м, наверное, на телепорте будут сюда. Или силой мысли. Прям бах, и ты здесь. Подожди, кто платит за силу мысли? Билетики, билетики покупаем на силу мысли. И меня вот впечатляет вон те домики, которые прямо на вершине горы. Кто там живет? Расскажите мне. И вот с левой стороны домики. Я не знаю кто, но я знаю какой. Богатый. Да, это мягко сказано. Если вот здесь недвижимость бешеных денег стоит, то здесь, я думаю, она даже не продается. Ее нереально, мне кажется, там купить. Это для инопланетян чисто. А. Резиденция инопланетян. Когда они прилетают, они могут отдыхать в своих инопланетянских домах. А они попросили сделать дома как человеческие, чтобы не вызывать подозрений. Постепенно начинает темнеть. С этой стороны тоже открывается вид на море. Сейчас я быстренько вам покажу. Уже холодает, и мы думаем, пора уже спускаться, потому что, ну и Вики, нельзя долго на холоде. Поэтому долго здесь задержаться не сможем, но с этой стороны не показать вид я вам просто не могу, потому что это будет преступление. Вау! Здесь остров не так сильно застроен, много зелени. Здесь, кстати, смотрите, вот эта дорога ведет к тем самым квартирам. Очень круто. Вот такой. Отсюда открывается потрясающий вид. Можно, кстати, за денежку посмотреть. С этой стороны у нас что-то еще строится. Тоже дома. Прям на самой вершине горы квартиры жилые. Нормально. Несмотря на то, что людей очень много, вы не ограничены по времени, и поэтому вы всегда можете сделать хорошие кадры. Постоянно кто-то подходит, уходит. Бывает такое, что образуется окно, в которое вы можете встать, и будет ощущение, что вы здесь совсем одни. Так что с этим проблем нет. На телебашке вот в Куала-Лумпуре и на Петронасах постоянно там конвейер. Постояли, проходим, проходим, проходим. А здесь, пожалуйста, ходите на ты стой. Главное, чтобы не было дождя и чтобы не было так холодно, как сейчас. Да, вот на вершине, друзья, очень холодно. И не зря мы купили Свете вот этот кардиган по пальто, потому что она бы реально замерзла. Вот я сейчас в своей кофте, в рубашке, и мне все равно прохладно, потому что сверху такой лютый ветер, как на вершине горы. А вообще такое ощущение, как будто здесь все нереальное, не настоящее, как будто мне это снится. И я пока не могу быть здесь и сейчас. Слишком много потрясений за несколько дней. Хочется все рассмотреть, но холод не дает. Хочется увидеть еще больше, потому что город на самом деле богат достопримечательностями. Сейчас мы еще куда-нибудь поедем. Но это место, которое обязательно стоит посетить, когда будете в Гонконге. Мне кажется, вы влюбитесь в этот вид и захотите возвращаться сюда снова и снова, привозить своих друзей, знакомых, родителей, чтобы они тоже увидели эту потрясающую красоту. Ну, в общем, все, друзья, наше посещение данного пика завершено. Мы сейчас пойдем спускаться, меня тут кусают всякие кусаки. Ай, хватит меня кусать, больно. Ой, место нереально крутое. Вот, если вы были в Гонконге и не поднялись на этот пик, ну, можно считать, что вы не видели Гонконг. Впустую потратили деньги. Да, поэтому обязательно сюда поднимитесь. Не пожалейте ни времени, ни денег, хоть и очередь большая, но оно того стоит. Это место, где хочется целоваться, поэтому лучше идти сюда с парой. Иначе придется целовать незнакомцев. Или кусать. Смотрите, сколько здесь людей. Приходится прямо толкаться, чтобы пройти. И не очень продуманно здесь сделано. Зачем вот эта дыра здесь, я не понимаю. Мостик какой-то непонятный. Но людей, конечно, пускают нереально много. Еще и фотосессия. Так, мы решили немного еще здесь остаться, чтобы посмотреть, как будет выглядеть город, когда начинает темнеть. Постепенно загораются все небоскребы. Ой, да, видишь, когда небоскреб загорается, это круто. Вон тот небоскреб, он загорается полностью. Они сделали из него целый экран, представляете? Тут вообще нереально круто. И здесь люди стоят просто пачкой, не дают пройти, чтобы поснимать. Это, кстати, не очень приятно. Я бы хотел встать в первый ряд. А где продаются билетики для первого ряда? Так, мест нет. Блин, где же встать? Вот хотя бы вам покажу. Смотрите, как красиво. Загораются огоньки. Город начинает оживать. О, да. Вот ради этого вида и стоит подняться, чтобы посмотреть, как город горит ночью. Вот теперь все. Точно уходим. Уже нереально холодно стало. Не, друзья, я все-таки не могу оторваться. Потрясающий вид. Постепенно все небоскребы загораются. Город оживает. И это нереально круто. Завораживающий вид. Блин. Я бы здесь остался на час или два, чтобы за всем этим понаблюдать. Конечно, когда смотришь на город с подсветкой, когда сгораются небоскребы, такое ощущение, что это совершенно же другой вид, не менее прекрасный. Поэтому обязательно, если будете здесь, дождитесь заката, когда начнет загораться весь город. Классно, что здесь не только смотровая площадка, но и множество магазинчиков и кафе, где вы можете попить горячий чай, кофе, шоколад, сидеть за стеклом, любоваться видом и смотреть отснятые фотографии. Что получилось, что не получилось, и скорее выкладывайте в Инстаграм. Мы тоже так делаем, поэтому подписывайтесь на наш Инстаграм «Вечное лето». Да, и даже, если честно, не хочется сейчас уезжать. Я бы здесь остался надолго. Лет на 30. Смотрите, они здесь постарались. Создали приятную атмосферу. Все подсвечивается красиво. Молодцы. Подошли к делу с душой. О, здесь такая дыра. Пока мы выходили, совсем стемнело. На улице уже ночь, и я представляю, как классно вот здесь посидеть, когда полно времени. Сидите в кафешке, пьете кофе или будете с этим видом. Вот это круто. О, нет. Вот это очередь. Это очередь на спуск, точно. Блин. Это нам 3 часа стоять, мерзнуть. Особенно в Вики. Это не годится никуда. Если вы думаете то, что днем на улице тепло и вы справитесь в одной майке или рубашке, не надо. Прихватите с собой что-нибудь тепленькое. Потому что сейчас вот стоять в этой очереди без теплой одежды было бы, ну, неприятно. Как разогреться в очереди? Давай прыгаем высоко-высоко. Прыгать, приседать. Ей теплее всех. И можно даже отжиматься. Она даже не застегивается. Очередь, конечно, пугающая, но на самом деле все движется очень быстро. Очень быстро. Очень. Всего-то 20 минут. Бегом бежим. Друзья, не выбрасывайте билетики, которые купили снизу. Они вам еще понадобятся для спуска. Прибыл еще один фуникулер с туристами. Время половины седьмого. Видимо, их не смущает то, что уже стемнело. Но, в принципе, любоваться ночным городом тоже классно. В общем, нам сидячих мест не досталось. Ну, в принципе, постоим, ехать недолго. Главное, что Иван с Катей сели. Главное, что закончилась эта вечная мерзлота. Здесь, кстати, в фуникулёре открытые окна. Они нравятся, как китайцы на все реки. Слышите, какие здесь спуски, реально классный вид открывается на город. Давайте я вам еще раз покажу. Уже темнело, и вы слышите, как это впечатляет других людей. Ну и пока спускаемся, можем полюбоваться этой красотой. Очередь как была, так и осталась. Толпы народа, и все мечтают попасть на вершину. Мы спустились с пика Виктория, и ночью город заиграл совершенно другими красками. Смотрите, как круто здесь подсвечиваются здания. Они не просто горят огнями, которые светят внутри помещения. Они сделали дополнительную подсветку. И так здание выглядит гораздо круче. Молодцы, что можно сказать. Респект и уважуха, как говорится. Ребята, как же здесь красиво, когда темно, небоскребы подсвечены всеми цветами радуги. Все такое веселое, позитивное. Смотрите, цветочки, бабочки, листочки. Все такое со вкусом.